привет, с вами Звездочетка. И я, Ксения Акчурина, готова поделиться самыми свежими предсказаниями на следующую неделю. Овны, на этой неделе вам понадобится 3 совета. Всегда начинайте заново, никогда себя не ругайте, а также обращайтесь за помощью к высшим силам. Положительные результаты принесут встречи, а в выходные найдите время для душевных бесед с друзьями. Тельцы, на этой неделе события на работе будут неожиданными, но уже к среде улучшатся отношения с коллегами и начальством. В пятницу от вас потребуется собранность в домашних делах, а в выходные уделите время близким. Близнецы, работа будет доставлять удовольствие. С понедельника по пятницу все будет в ваших руках. В пятницу постарайтесь отдохнуть на природе, потому что выходные будут наполнены событиями. Раки, с некоторыми проблемами вам будет трудно справиться, так что обращайтесь за помощью. Вторник и суббота – дни приятных событий. Завершите все дела, которые мешают вам двигаться вперед. Львы, не болтайте о сокровенном, а то другие позавидуют. В пятницу ни с кем не ссорьтесь. Чем спокойнее вы проведете выходные, тем лучше для вас. Девы, на этой неделе будет много деловых встреч. Работа потребует от вас больше времени, чем обычно. В воскресенье, действуя агрессивно, вы ничего не добьетесь, так что подумайте другой вариант. Весы, терпение и труд позволят вам сохранить самоуважение. Вы не очень общительны в эти дни, зато весьма собраны. Через силу на этой неделе лучше ничего не начинать. Скорпионы, постарайтесь выполнять вашу работу вовремя. Руководство может пойти к вам навстречу. Уделите внимание близким. Ваше хорошее настроение порадует не только вас, но и их. Стрельцы, анализируйте свои действия и устраняйте недочеты. В личной жизни вам нужно больше уверенности в себе. В субботу проведите с семьей на даче. Козероги, в понедельник и вторник занимайтесь рутинными задачами. В четверг покажите начальству, как быстро вы справляетесь с поручениями. В выходные все встанет на свои места. Водолеи, на этой неделе вас ждет много работы. Обсуждение ваших проблем во второй половине недели пройдет успешно. Уделите внимание своему дому, сделайте его уютнее. Рыбы, похоже, вам предстоит отпуск. Во вторник вам делают интересные предложения в личной сфере. В среду может сорваться важная встреча. Если возможно, то сразу назначите ее на другой день. На этом у меня все. А если вы не успели прослушать свой гороскоп, вы всегда можете ознакомиться с ним в ближайшем номере газеты «Стрельтомак неделя». Верьте звездам и слушайте сердце. До скорой встречи! Газета «Стрельтомак неделя». Время читать.